Друзья, приветствую вас на YouTube-канале Plane Ukraine. Меня зовут Виктор Михайлов, и это канал, посвященный малой авиации. Сейчас еще раз. Привет! А мы тут видео снимаем. Привет. Как дела? Добрался? Болото. Болото, бегуны. Бегуны сегодня порадовали. Я первый, говорю, приехал? Конечно, первый. Отлично. Заходи. Хорошо. Думает, что первый, а? Один из последних. Так, теперь начало снимем. Сегодня к нам на наш тренинг приезжает диспетчер аэродрома «Жулян» и поможет нам в этом разобраться. Формат мероприятия. Александр? Да. А вот как раз и Александр. Приветствую. Виктор, я проведу вас. А я сейчас подойду. Петя, все сначала начинаем. Да? Пишем? Друзья, приветствую вас. Не, сейчас надо собрать мысли в кучу. Hello. Совпадение, не думаю, да? А как так? Я тут живу. Да ладно? Да. Ну, ты будущий курсант авиашколы. Каким образом? Сегодня у нас, можно так сказать, день знаний. Сегодня мы собрались здесь, в этом... Можно пробежать? Давайте. Дубль 6. А вы обратно будете идти, нет? Сейчас нет. Хорошо. Пишем. Ладно, поехали. Друзья, приветствую вас на YouTube-канале Plane Ukraine. Меня зовут Виктор Михайлов, и это канал, посвященный малой авиации. Сегодня у нас, можно так сказать, день знаний. Сегодня мы собрались в этом замечательном конференц-зале с будущими пилотами, которые уже заканчивают свое обучение, и уже с пилотами, которые прошли обучение в нашей авиашколе. На сегодня у нас есть три основных цели. Первое – это разобраться в планировании полетов. Второе – разобраться в использовании навигационных программ. И третье – это радиообмен. Научиться правильно вести радиообмен. И в этом нам поможет диспетчер аэродрома «Жулян», который любезно согласился нам в этом помочь. Я за что ему очень сильно благодарен. Поэтому пойдемте внутрь, будем знакомиться с ребятами и начинать. О, здорово. Привет. Привет. Как ты, друже? Ну, сейчас одену маску и будем сниматься. Добро. Здорово. Нормально. Будет краще. Привет. Да, наверное, все-таки можно чуть-чуть тише. Ну, короче говоря, если вы такое услышите, значит пора идти в аудиторию. О! Ура! Саша, ты практически вовремя. Ну что, начинаем? Ух ты! Классно, блин! Вот это спасибо, потому что чувствую легенькое напряжение. Спасибо большое, что все, кто хотел приехать, приехали. Вообще приятно видеть единомышленников в одном пространстве. Сегодня у нас мероприятие будет в формате тренинга, а не в формате семинара. То есть что это означает? Будет не просто начитка какой-то информации, а будет много практики. Основная цель этого всего заключается в том, чтобы увеличить безопасность полетов, комфорт в полетах, чтобы вам было приятнее летать, получать больше удовольствия от этого классного занятия. Представляю вам Александра. Александр сегодня будет нам помогать. Александр диспетчер «Жулян» и инструктор-диспетчер, правильно? Так, диспетчер-инструктор. Сами понимаете, какой уровень у нас сегодня. Подготовка полета. Несколько этапов. Первое – план, погода. Нужно спланировать план полета, маршрут полета с учетом дозаправок. Значит, сделали прогноз, дальше прогноз погоды по маршруту, следование, анализ метеоусловий, нижний край облаков, ветер, осадки, грозы. Тоже все это помогает очень, очень сильно в этом SkyDaemon. Схемы визуальных заходов, то, что я показывал по аэродрому. Дальше, следующее, подача заявок. То есть первое, с чего начинаю, это заявка на пересечение границы. Следующее, флайт-планы нужно подать на все леги. Дальше, заявки на аэродромы посадок. То есть я написал, например, конкретно во Львов, конкретно в Жешу, что мы к вам прилетаем, там есть определенная форма. И сбор вещей, то есть то, что обязательно, пауэрбэнки брать всегда. Документы обязательно на самолет. Кстати, кто знает, какие должны быть на борту документы. Регистрационная страховка, дозел на бортовой радиостанции, летная годность, которая первая, и обновленный сертификат летной годности.
Медицина, кстати, должна быть обязательно. Лицензия должна быть. Медсертификат должен быть прям в оригинале с собой. Не борт. Я вот эту штуку хотел вам показать. Обязательно купите себе, кто летает. Вот так вот берешь, цепляешь ее на ногу. Потому что бывают какие-то внезапные сообщения, пока ты листик достанешь. То есть, ну, купите себе логбуки, у кого нет, кто еще в процессе. Сюда надо будет все переписать эти самые, все учебно-тренировочные полеты, все сюда надо будет переписать. Даже по Украине вот это на радиостанции надо возиться? Всегда. У меня в обе всегда есть эти все документы. Обязательно. Теперь прогнозы погоды. Вот эти все три приложения у меня, они на главном экране в телефоне. Вот погода радар. Классный, реально классный. Он больше всего показывает, вот как оно на самом деле потом происходит. Процедуры в день вылета. Первое, проверить еще раз погоду. Позвонить штурману, запросить условия. Позвонить штурману, получить условия, то, что мы делали. Позвонить в ПВО, ну, либо через РПИ. Ну и все, а дальше там уже все полетные процедуры вы знаете. Выключай. Теперь возьмите, пожалуйста, ручки и блокнотики, и будем тренироваться. Включаем один раз, и потом с кого-то начнем. Ну как вам? Это вам нужно будет в первую очередь, когда вы планируете вылетать с контролируемого. И во вторую очередь, когда вы будете подходить к контролируемому, и вам нужно четко понимать, какая ситуация погодная на аэродроме, какая рабочая полоса, всю эту информацию нужно знать. Во-первых, я прослушаю несколько раз, во-вторых, я записываю самое-самое ключевое. Я записываю QNH, полосу, стараюсь записать видимость облака, записываю очень быстрыми пометками. Вот, я сразу понимаю, что 10 км, это значит видимость там. Ну вот так вот, вот так она выглядит. Подается она в таком порядке. Киев, Жуляны, ITIS информация, November, 17.30. Почему 17.30? Зулу. Зулу тайм. То есть вот первая цифра, которая идет после ITIS information, это время. Важно тоже последовательность запомнить, почему? Потому что ты сразу будешь ожидать, что тебе сейчас не скажут курс. То есть сначала какая информация и ее актуальность. А потом уже ВПП, эшелон перехода, там какие-то кошины, то есть это будьте внимательны там. Но начало всегда одинаковое. Киев, Жуляны, ITIS информация, November, время. А дальше уже все остальное. Смотрите, сейчас у нас будет упражнение в парах. Один считает, второй записывает. Давай. Начинайте потихонечку. Все, время пошло. Отработка слуха для записи ITIS информации. Тренируемся. Все, заканчиваем. Теперь давайте меняйтесь листиками. Второе. Задание уже понятно. И давайте такую, как бы, честно, обратную связь, что не успел, что не обратил внимания. Это упражнение очень классное. Когда вы друг другу отдаете обратную связь, ты и с одной стороны видишь, и с другой стороны видишь ту ситуацию, и понимаешь глубже, на что нужно обратить внимание. Учеба идет полным ходом. Формируем навыки. Смотрите, следующее, что мы будем делать, мы сейчас с Александром покажем, подскажем. Каждый будет выполнять свою роль. Мы сюда присядем. Так. Сейчас надо самому собраться сначала. Все, тишина. Жуляны, вышка, Uniform Romeo, Oscar, Bravo, Alpha. Добрый день. Uniform Romeo, Oscar, Bravo, Alpha. Жуляны, руление. Добрый день. Жуляны, руление, Uniform Romeo, Oscar, Bravo, Alpha. Mike 35, Alpha. Cessna 172. Прошу разрешения на... На вылет согласно полету Жуляны, Черкассы. Юнифом Ромео, Оскар, Браво, Альфа, вас понял, разрешено согласно плану на Черкассы. ПВП не выше 1300 футов. По QNH 1006. Точка выхода Альфа после взлета оставаться на связи с вышкой 120,7. Установите код ответчика 7000. Разрешено, согласно правилам визуальных полетов, не выше 1300 футов по QNH 1006 через точку Альфа, код ответчика 7000. Далее на связи с Жуляной вышка 120,7. Uniform Romeo, Oscar, Bravo, Alpha. Uniform Romeo, Oscar, Bravo, Alpha. Записали верно. Да, это разрешение на вылет. Я, правда, еще здесь забыл одну штуку.
Я должен был сказать, что информация эко. Вот как раз должен был сказать, что я владею этой информацией. Можно было позже, потому что информацию диспетчер проверяет перед запуском. Перед запуском. Да, ага. Вы запроситесь на запуск, я вам скажу, подтвердите информацию эти. Ага. Все, тогда, значит, запрошимся на запуск. Жюли на рулине, Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha, информация эко. Прошу разрешение на запуск. Uniform Bravo Alpha, запуск разрешаю. Запуск разрешили, Uniform Bravo Alpha. Кстати, сразу себе делаю пометку, что меня называют Uniform Bravo Alpha. Как меня называют, так я и могу отвечать. То есть мне не обязательно теперь уже полный портовый говорить. Запустились, прогрелись. Жюли на рулине, Uniform Bravo Alpha. Прошу исполнительной полосы 2.6. Uniform Bravo Alpha, рулите в точку ожидания полосы 26 по перрону Майк РД-2 за машиной сопровождения. В точку ожидания полосы 2.6 по перрону Майк РД-2 за машиной сопровождения Uniform Bravo Alpha. Подъезжаю к предварительному. На предварительном 2.6, РД-2, Uniform Bravo Alpha. Uniform Bravo Alpha, работаете Жуляны. Вышка 120,7, приятного полета. 120,7, хорошего дня, Uniform Bravo Alpha. Жуляна, вышка, Uniform Bravo Alpha, доброго дня. Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha, Жуляны, вышка, добрый день. Занимаете исполнительной полосы 26. Прошу ожидания для прогонки двигателя на предварительном по РД-2 полосы 26. Uniform Bravo Alpha, вас понял. Оставайтесь в точке ожидания полосы 26. Вызовите, когда будете готовы. По готовности вызовем Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha. Жуляна, вышка, Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha. Прошу исполнительной полосы 26. Uniform Bravo Alpha, вас понял. Занимайте исполнительной полосы 26. Занимаю исполнительной полосы 26. На исполнительном 20... Жуляна, вышка, Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha на исполнительном полосы 26. К взлету готов. Uniform Bravo Alpha, ветер 220 градусов, 3 метра в секунду, полоса 26, взлет разрешаю, приятного полета. Полоса 26, взлет разрешили. Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha, взлетаю. Пошел. Да. Это еще не все. Это еще не все. Я же еще не вышел из контрольного воздушного пространства. Куда ответчик стоит. Жуляна, вышка, Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha над точкой Альфа. Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha, вас понял. Разрешаю покинуть мою частоту. Приятного полета. Разрешили смену частоты. Хорошего дня. Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha. Какие ошибки? Подождите, а вы не передаете дальше, с какой частоты работаете, с каких направлений? Не обязательно. Ну, если можно сказать, просто смотря, куда выходит борт. Борт может выйти на полетную информацию, может выйти на зону Василькова, может выйти на Чайку. А может выйти на Борисполь? Может на Борисполь. На Борисполь, точку Кила, на Борисполь мы передаем обязательно, угу. А остальные не обязательно, это просто рекомендация. Угу. Но с частоты своей я могу вас отпустить. Вот самое главное. Да, это главная важно. Фраза, что можете покинуть мою частоту. То есть нельзя просто улететь, типа, все, я полетел, до свидания. Вы должны получить разрешение. На связи, пока диспетчер не разрешит вам уйти с ними. Да, 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 да. То есть вы не убеждаете, что он дальше переходит на частоту, ну, условно, там, Киев? Нет, дальше только покинуть можно. Все, можно покинуть частоту. А дальше там уже... Ты сам уже дальше связываешься? Да, дальше я уже сам. Нюанс при переходе с руления на вышку полный позывной. Да, полный позывной, да, я уже понял. Визуально, когда взлетаете с Жулян, нужно доложить взлет. Нужно докладывать, да? Да. Угу. И после взлета от вышки будет фраза еще раз повторение условий. А. ПВП не выше 1300 футов, там, левым-правым на точку Альфа. Угу. И точку Альфа доложить. А взлет, получается, это мне нужно как сказать? То есть, взлет произвел. Да. Произвел. Жуляна, вышка, Uniform Romeo Oscar Bravo Alpha, а взлет произвел. Да. Все. После отрыва. А да, после отрыва. Какой это высоты доложить? Не важно. После отрыва, да. После, ну, когда вам вы уже выровняли, да, и когда... в наборе, когда есть возможность. Первая же у нас общаться. Навигация, а потом уже коммуникация. То есть... Просто это нужно для того, чтобы уточнить, как следовать борту. Диспетчер вышки может перед разрешением на вылет сказать, вот если ему там это критически важно, разрешение на взлет будет звучать как после взлета правым на ринга, ветер там 220 градусов, 3 метра в секунду, взлет разрешаю. Это важная информация. Вот. И
Пилот должен подтвердить, понял правым на рингом, взлет разрешили. Угу. Вот опять-таки, НИПАД вообще обалденная штука. Даже иногда, кстати, тоже, что я записываю сюда, когда в РПИ говорят, что следует борт, я понимаю, что у нас пересекающий, я сразу записываю бортовой номер. И я уже там знаю хотя бы к кому обращаться. Память работает оперативная. Оперативная память, она сколько? 7 секунд, по-моему, да? То есть ты вроде помнишь, бац, и уже не помнишь. То есть что не записано, то забыто. Давайте еще вам упражнение еще, чтобы вы не расслаблялись. Так, то же самое, только это будет разрешение на вылет. Поехали. Прикольно, да? Сидеть, наблюдать. Молодцы, молодцы, ребята. Пусть учатся. Будет грамотнее летать, грамотнее вести радиообмен. Задание простое. Нужно один выполнять роль диспетчера, второй роль пилота. И нужно делать правильный ридбэк, правильно делать записи. Ну что, ридбэк получился? И еще тоже такой лайфхак, когда записываете, вот это все продиктовали, можно выдержать паузу, не обязательно прям сразу ридбекать. Выдержать паузу, там, 5 секунд или сколько, и записать, там, это, например, там, сквок, это высота, а потом уже делать ридбек. То есть вот как раз, чтобы потом не было недопонимания, что я только что написал. Опять-таки, если непонятно было, то можно спросить, подскажите, пожалуйста, сквок. Вы можете переспрашивать 1000 раз, если вы реально не слышите. Вот, но если плохая слышимость, можно сказать, слышу вас на 3 или там слышу вас на 2. И тогда как бы, это, наверное, диспетчер тогда уже должен, не знаю. Ну, мы так, мы попереключаем радиостанции. То есть, если говоришь... нам все нормально чутно, мы попереключаем вас, попытаем, як нас чутно. От, якщо нічого не міняється, ну там, якщо буде поганий зв'язок, то вплоть до того, що давайте виходьте з контрольованого, вирішайте свої проблеми. Вопроси з радіо, да. Ну це контролюємо воздушне пространство, тобто тут как бы не надо, тут не шутки. Ні, так нормально, поки ви типа виходите там на цьому рика. Пока организовался маленький перерыв, хотел бы от себя сказать, что такие занятия очень полезны, очень нужны. Много информации, которую мы не знали даже. Поэтому, Витя, респект. Продолжай так же дальше. Я очень доволен. Спасибо. Чего не вистачало на курсах для отримання PPL, це навичок практичного радіообміну, а також практичного складання флайт-плану через допомогу програми на iPad, телефоні, комп'ютері тощо. Чудова програма. Самое классное это пообщаться вживую с диспетчером контроля, потому что диспетчер контроля реально, ты у него можешь спросить вживую, в чем проблема, что тебя интересует, то, чего ты не можешь спросить, когда летишь в полете. Это самое классное. Спасибо ему за то, что он пришел. Саша, респект. Супер. Спасибо. А я еще от себя хочу добавить, что после того, как получил лицензию, вопросов стало еще больше, потому что начинаешь летать, сталкиваешься с реальными ситуациями и добывать информацию в этой сфере очень сложно. И вот такие семинары, они очень полезны для развития и для придания, скажем так, уверенности в себе и в полете. Витя большой молодец, что делает это. От себя хочу добавить, что таких мероприятий должно быть побольше. После окончания практической части много информации, но о практической от пилотов, особенно от пилотов не большой авиации, а малой, ну, не так много. Поэтому очень зашло такое мероприятие. И буду рекомендовать всем посещать такие семинары. Оно дает намного больше, чем самостоятельное обучение. Да, такие практические занятия очень важны, потому что теория, когда ты начинаешь практику применять, когда ты это начинаешь делать, тогда мозг начинает работать. Отличное упражнение. Классно, что все делятся друг с другом этим опытом, который был на самом деле, а не просто теория. Михайлову Виктору большое спасибо за такой семинар. Очень много полезной информации. Очень как бы доволен я его работой, этим семинаром. Супер. Я, наверное, первая записалась на этот семинар. Я только прошла теорию. И, честно говоря, очень сложно понимать по написанному теоретическому материалу, что на самом деле нужно делать, как нужно вести радиообмен. И это очень хорошо отрабатывается именно на таких практических упражнениях. Теперь я знаю, с чего будет начинаться наше утро и наш вечер. На самом деле очень крутой семинар. Классно то, что можно пообщаться с диспетчером, то, что можно услышать, собственно, и понять вообще, как работают люди с другой стороны. То есть нам, как начинающим пилотам, это очень полезно.
После перерыва на обед у нас будет очень интересное занятие. Каждый из участников этого тренинга попробует вести радиообмен с диспетчером на протяжении всего маршрута. То есть будут разные маршруты. И вот начиная от взлета на одном аэродроме, через район полетной информации, с посадкой на другом аэродроме, будет полностью смоделирована вся ситуация радиообмена. Ну а наше видео подходит к концу. Кому интересно обучение в авиашколе, ссылочка в описании. На этом с вами прощаюсь. С вами был Виктор Михайлов и канал Plane Ukraine. От винта!